Жизнь в ТОС, мостовая слобода, бьет ключом. У каждого свое занятие. Тимуровцы убирают мусор, сухие ветки. А еще корни многолетней растительности. Они мешают поставить финальную точку в приготовлении нового места отдыха вблизи улицы Звездной. Детвора дружно обуздала капризные якоря деревьев, а вместе с ними и горы мусора. Еще недавно на этом месте была свалка, а свободные метры занимали бомжи. Даже бывает выкапываем некоторые моменты, просто канистры, какие-то канистры с бензином, либо с водой закопанные. Не знаю, что тут было, не знаю, как вообще это могло быть, но выкапываем. Территория преображается буквально на глазах. Убранная площадка долго пустовать не будет. Со дня на день здесь появятся беседки для отдыха, а еще качели. Все это за счет победы в конкурсе президентских грантов. Посильную помощь в благоустройстве оказала и городская мэрия. На подмогу они прислали спецтехнику. Объединив силы, береговая линия реки Свияга заметно преобразилась. Тина и грязь больше не портят местные пейзажи. Ну и в дальнейшем, я уверен, что мы будем дальше писать проект на следующий конкурс президентских грантов, чтобы привлекать федеральные деньги, чтобы наша территория, вот здесь мостовой, но я считаю, что территория все равно она, нашего региона, она будет уже чище, хотя бы одним пятном как такого грязи здесь уже не будет. Купаться здесь пока запрещено. Чтобы получить гордое звание пляж, территория и река должны пройти санэпидемконтроль. А вот официально и хорошо отдохнуть – пожалуйста. Для этого берег сделают комфортным. Вскоре можно будет позагорать на золотом песке. Его сейчас регулярно подвозят машины. Один из волнующих горожан вопросов – как же добраться до будущего пляжа? Все очень просто. Прямиком за моей спиной остановка вблизи оптового магазина. Далее мы поворачиваем направо в самом начале улицы Звездной и идем дальше прямо 400 метров. Заблудиться вряд ли получится. Дорога без развилок вдоль теплосети. Спустя примерно минуты 3-4 на пути покажется бетонная площадка. Значит, вы почти у цели. Это будущая парковка. Если миновать ее, открываются прекрасные виды реки и место отдыха. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.